Сегодня ушел из жизни Яков Петрович Рябов, видный советский партийный деятель. Его даже называли крестным отцом первого президента России Бориса Ельцина. Яков Рябов родился в Шишкееве Рузаевского района. В 70-е занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС, где его сменил Борис Ельцин. Во второй половине 80-х Рябов был чрезвычайным полномочным послом СССР во Франции. Почти вся жизнь Рябова прошла вдали от малой родины, но он всегда любил Мордовию и гордился ей. Глубокие соболезнования родным и близким Якова Петровича Рябова выражает спецпредставитель президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Николай Иванович Меркушкин. Яков Петрович внес большой вклад в региональное развитие и укрепление позиций нашей страны на международной арене.